являются основными элементами шпионского триллера. Это сексуально, на международном уровне, с динамичным действием. При написании такого в голове всегда держишь бюджет, что бы ни происходило. Когда говоришь про горные отроги в Турции, просто говоришь: «Я сделаю это». Это было в сценариях. Я в этом давно. Когда нужно снимать в горах, на самом деле не едешь снимать на гору в стране. Кто вы? Было безумно долгое время в Турции, в снегу и экстремальную погоду. Хотел создать двух персонажей в обмане. Нет. Послушай меня. Ты грёбаный ребенок. Прогресс отношений ведет к глобальным последствиям. Ты радикализировался. Ты это слово сказал? Чуешь это путешествие, начиная в горах. И по мере того, как ситуация между двумя главными персонажами усложняется, так же происходит и с окружением вокруг них. Не знаю, зачем сделал это. Хотел бы дожить до дня, когда выясню, почему. Ну что ж, поехали. Мы все повторяли, не могли поверить, что приехали сюда. Смогли снимать в Турции. И перекрыли Гулат-мост. Типа что? Может пройти пешком? Мы были там, снимали среди толпы вот этих древних зданий. Было невероятно. Нашей целью было снять в стамбульском Гранд-Базаре. В мире нет ничего подобного, кроме этого места. Невозможно его закрыть. Поэтому решили попробовать. У нас были статисты, актеры, которые могли смешаться с толпой. Потрясающе. С каждым новым местом приходит новая энергия. Знаешь, когда стоишь на крыше, идет молитва. Видишь мечеть, красивый мост, снимаешь боевую сцену. Действительно потрясающе. Сказал ждать внизу. Стив создал глобальное шоу, перемещающееся по трем странам с основными локациями. Локации очевидны, и все меняется. Существует большая разница от лагеря беженцев до Парижа. Тут вводится Макс. Британская, французская, американская разведки пересекаются в Париже. Постарались показать Париж через персонажей и его разные миры. Мы оказываемся в разных местах с разными ландшафтами. Путешествие с востока на запад. Узнаешь новое о персонажах каждый час. Тогда понимаешь, есть другая причина ее путешествия. Возможно, другая причина, почему она связана с Адилой. Теперь только я и ты. Два главных героя снимают по... Думаешь, то, что знаешь их, но это не так. Как на самом деле зовут?